сетка не мокрая. Да не, она полежала. Сам будешь вешать? Да не, кто-то придет же. Команда поможет. Не, могу сам ебать. Да, можешь. Скилл, знаешь, как. У гитара нету помощника, я сюда его не вижу. Мы с Лехой вдвоем за минуту, как не. Ребята, привет, как вам погодка? Привет, вообще огонь. Только... Матч состоится при любой погоде, да? Конечно. Батюшка не работает, понял? Батюшка тебе? А ну, дура, проведи мастер-класс по установке сетки. Натягиваешь и все, Саня. Натягиваешь? Ничего, сложно. В раздевалочку зайдем. Ребят, привет. Привет, Саня. Что-то нельзя, пораться. Можно. Нельзя. Теперь же новый. Если бы мы голые были, Саш, вот этот потом бы показывал. Прессу спускают в раздевалку только за 2 часа до игры. Когда команду же не пускают. Короче, когда туча заходила, там еще Саня, надо было, чтобы его попробовать. Потому что у нас стратегия тут идет, обсуждение. Да, а что вы обсуждаете, Анна? Мы обсуждаем, как научиться играть в футбол. По такой погоде или вообще в общем? Вообще, в принципе, да, мы перестанем мучить эту великолепную игру своим присутствием. Ну, хорошей игры вам, да. Спасибо. Пожалуйста. Женька, привет. Привет, Ань. Как тебе погодка? Вообще готов играть сегодня? Да, конечно, погодка. Да. Огонь вообще, прям футбольная. Не жарко. Недавно был душ. У тебя была надежда, что игра все-таки состоится? Да, я знал, что будет. Да? Наперед? Я видел, там солнышко выходило, все четко было. Ну, хорошая игра тебе. Спасибо. Максим, привет. Еще привет, раз тебе привет. Ну, как ты себя чувствуешь? Ну не, пятюшку. Отлично, да. Как вот прошлую неделю провел? Да вся в работе. На диване. Это сегодня погода такая плохая. Как думаешь, ну помешает она игре хорошей? Ну, я думаю, она коррективы все равно какие-то свои даст. Ну, я думаю, поборемся, поиграем в футбол. Главное, чтобы без травм. И нам и сопернику, и хорошие игры. Сегодня Дюс США вам противостоит. Как думаешь, ну как они против вас будут играть? Опасаешься вообще? Ну, соперник серьезный, да. Опасаться любого соперника стоит. Ну, что сказать. Будем смотреть по игре, будем атаковать. Нам только нужна победа и все. Спасибо тебе за комментарий, хорошей игры. Иди, разминайся дальше. Спасибо. Продолжай. Давай. Ой, хороший. А ну давай. Подачка. За правая нога зажимает. Привет. Как вам полянка? Я отлично. Привет. Отличная полянка? Давай, Кать, не дал. Ребята, привет. Привет. Давай. Что, как настрой у вас? Отлично. Отлично. Бомба. Да? К игре готов? Бника? Да. Как вам мокренькая полянка? Помешает игре, как думаете? Нет. Нет? Мне кажется, нет. Уже на беговой надо. Да. Ну, беги. Коллега, привет. Куда ты пойдешь? Иди сюда. Я не разрешаю с тобой. А я разрешаю. Не убегай, иди сюда. Тренеру больше. Иди сюда. Да я тебе один вопрос уже дам. Давай. Почему тебе тренер запрещает общаться со мной? Не знаю. У него спроси. Сейчас пойду спрошу. Максим Александрович, а почему вы запрещаете Ваге общаться со мной? Он русского не знает. Русского не знает. Еще раз. Давай. Пожарный за них снегал.
Ребята, идите сюда, кто еще? Юра, иди сюда. Вагей, идите сюда. Пацаны, вот у вас просит Денис, дайте передачу. Тишку. 7 моментов. Одну передачу верни просто поперек. Он будет бить. Не перетягивайте. Есть, прокинул в дальнюю. Прокидывай, смотри сразу, куда давать. Играйте через ад. Мы подбегаем. Здесь защитники крайне под вас бегут. Отыграйте. Они вам орут, бегут 10 секунд. Дай, дай. Вокал бежит, орет. Поувереннее, вот не боимся краями, да, тоже тяжело, крикни, подскажи, тяжело, не знаешь, вау, то выбил, сел, все, спокойно, центр, главное не проиграть центр, сейчас от вас очень многое зависит, мы будем подключаться, у них центр, все идет оттуда, Саш, давайте, Денис, у тебя весь верх, все вот через бошу, хорошо, давай, все, вот пошли. Давай. Остальные ждем, Денис. Все, давай, пойдем. Команда молодая, будет бежать, блядь. Бить в ворота в мяч, подогреть мяч, чтобы давай, на землю ударился. Коснуться на землю. Нет, попробуйте на верховую. Там, справа. Мяч, вот. Ворота. Перешли, ваше начало. Давайте, удачи, пацаны. Играем до свисточка. Давай, сразу, внимательно. Давай, настраивайся, играй. I'm the type of girl to look you dead in the eye. I'm real as it comes if you don't know why I'm fly. I seen you try to switch it up, but girl, you ain't that dude. I'm a Wonder Woman, let me go get my robe. I'm a supermodel, and mommy, see mommy. Amnesty International, got Bangkok to my talk on. Love my ass and my abs in the video, I'm promiscuous. My style is ridiculous, ridiculous. You see us in the club, we acting real nice. You see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Wanna see you work your body. Какой Даня? Не. Даня один чепляется. Все нормально. А может минут 10-15 еще? Да, сейчас еще чуть-чуть видео. Потом и да. Может головой одна там где-то. Моя. Давайте, ребят. Ворота. На фоте нету этих, не брал? Не надо свои падать, держи. И не кричи. Свайпа. Что они, понимаете, вы им даете спокойно. Вообще, они принимают мяч, повернулись, отдали. Все спокойно. Они успевают сделать два касания. Вы же, одно касание, и то не можете сделать. Одного касания. Вы одну передачу отдать спокойно не можете. Вы бух и все, и вы закипаете. Вы все спешите куда-то вперед, но если можно назад аккуратно только отдать.
Поделись впечатлением об игре, насколько она была тяжелая для тебя, для команды? Так, ну игра задалась тяжеленькая, конечно, сопротивлялись все. Ну, как говорится, выиграл сильнейший, поэтому выиграли 1-0. Ну, еще моментов 10 не забили, как всегда. Ну, в общем-то, выиграли и хорошо.